Всем привет, с вами Пенни Пресс, и сегодня я буду крутить кейсики на изи-дропе. В общем, сегодня у меня цель такая, покрутить ширпокейсы. Вот просто покрутить ширпокейсы и посмотреть, что из этого получится. Так, у меня есть первая фришка, давайте ее крутанем. Крутанем первую фришку, заберем три грозы заберем. Что-то гроза подорожала, по 3 рубля стоит прям. Что за фигня? Так, мне вроде наконец-то удалось, а там сверхновая. Нет, не заберу я 3 грозы. С 90 рублей. А что, подожди, что цены подскочили или что произошло? Чего вы столько стоите? Солнце в знаке льва, короче, я только сегодня. Слушай, вот эта дискотехника там. А это за рубль 70, да? Вот, ну-ка, что ты тут у меня? Запросить продавца мы ждем. Так, ну мы тебя мы продадим и тебя мы продадим. Так, что-то ты все ждешь. Ну давай, мы крутим ширпу по 10 раз, чтобы ролик сильно долгий не был, то есть не затягивать его. Крутим по 10 раз и все. Опа же, я забыл активировать промокод. Ребят, кстати, у меня есть промокод на EasyDrop, поэтому пополняйтесь им и выигрываете топовые скины. Так, ладно, я сегодня буду делать точно так же, то есть там то, что как бы подороже. Ну вот, ладно, давай пока мы за 37 тоже оставим, посмотрим, как что будет. Попробуем еще раз. Может, по 5 лучше крутить? Давай по 5 крутить, чтобы хоть там это, как бы, ну-ка, вот так, если мы... Нет, вот так сделаем, чтобы 5 было видно, как что пролетает, да, как что летает. Ну, лучше бы я не видел, да, как что летает. Так, это все продаем. Еще давай крутим. Капец, вот. В принципе, уже сочные скины отсюда падали, да, то есть выпади нож, пожалуйста, отсюда хоть раз. Вот штык М9, наверное, прикольный нож, да? Штык М9, ну, тут это... Ну, как бы он не должен меня окупать по всем там законам, по всему, что может быть. То есть, он не должен меня окупать. А, я тут... А, баланс еще вон. Пока есть еще на что крутить. Еще есть на что крутить. Автомат Галиль. 34. Ну, ты как бы вообще, это все дешевское. Ну, ты, по крайней мере, мне кейсик купил, да? Купил, по крайней мере, кейсик. Я вот не знаю, контракты попробовать или этот. Или попробовать. Или апгрейды попробовать побаловаться. Вот я что-то думаю. Контракты или апгрейды? Контракты или апгрейды? Вот что самое, да, то есть. Интересно, контракты или апгрейды? Оба на 3 синих, что ли. Ну, как бы вот эти Галиль Вандал. Ни о чем. Так, подожди, давай-ка мы глянем. Мне тут все продавца мы ждем, да, еще? Мы все ждем продавца. Ну, ладно. Продавец не торопится нам продавать. Мы все его ждем. Давай еще мы вот так маленечко тебя... Убийство еще 50 рублей, да? А, нет, то есть ты какое-то дешевое прям. Какао убийство. Не, давай. Вот так. Пусть лучше баланс не будет видно. Вот тут стань вообще прям. А, это янтарный градиент, он недорогой. Янтарный градиент, он недорогой. Он. Что, дашь ты мне сегодня какой-нибудь скинчик? Такой отсюда. Сочный, а? Дашь? Вот это, по-моему, должен был бы нормально быть там, да? Ну, как бы должен был. Вот. Или не дашь. Сегодня ширп, чистый ширп летит. Ширп, сегодня ширп. Сегодня я записываю не в стандартное для себя время. То есть сейчас у меня уже 10 вечера практически. Так, здесь что-то выпало, да? Так, тебя тогда пока оставим.
Посмотрим, посмотрим. Вот я и думаю, контракт или Галиль Вандал. Ну, ты дешевый вандал. Ты дешевый. Еще, по сути, на 4, 4 открытия есть. На 4 есть. $250 на балансе было с промокодом на 30%. Ночные операции. Сколько ты? 51. Ну ладно. Так, еще 98. Это 3 открытия, значит. 98 это 3 открытия. Так, глубокий рельеф и цифровая сетка. Что это такое? Ни рельеф, ни сетка нас не окупают. Ужас. Ужас. Ну, рельеф ты уже падал. Нет. Ну, Изик, дай сок. Сок дай. Сок. Сочное что-нибудь. Давай. Еще два. Сейчас посмотрим, сколько мы там, кстати, поднимем. Так, 34. Что здесь? Ничего. Хер. Ну, просто окупило, но ничего сочного. Слушай, дай мигалку, пожалуйста, а? Дай мигалку. Каждый раз, когда вот так вот линейка ножей у меня... Я верю, что она может остановиться. Что может остановиться линейка ножей. Ну, такая, знаешь, ага. Надо верить, надо верить. Каково буйство? Ты за сколько? За 44, ладно. Так, ну еще на одну прокрутку-то есть. Не, ну так-то, в принципе, поднападало что-то там, да? То есть, как бы, по сути, если это все вывести, это все равно окуп. Ну, по... Это, скорее всего, будет окуп, если сейчас посчитать сумму. Еще какао-буйство, да? Так, подожди, давай-ка мы... Все, хуй там, да? Так, ну-ка, продать все. 1250. Ну, минус 800. То есть 450 вот здесь я скинами набил. А 250 я закинул. Поэтому все-таки... Ну, все-таки я как бы окуп сделал. Ну, может тогда это... Может тогда... Два, вот так, один. Может быть, тогда их продать. И древний кейс покрутить. 3,51. Как вот? Вот я вот думаю, или контракт из них сделать, или 10% апгрейды половить. Вот что, вот тут. Вот... Все, так, ушли. Давай посмотрим. Так, доступны для продажи. Ну, так, контракт это на сколько получается? Короче, контракт у нас на 463 рубля. То есть мы либо за сотку ловим, либо там что-нибудь, ну, как бы подороже еще там что-то, да? То есть, вот, ну, уже все. Вся моя удача на изи-дропе закончилась. То есть вся моя удача закончилась на изи-дропе. Вот, поэтому, ну, хотя вот отсюда, если на 10% ловить, да, то есть... Если хоть один зайдет, то есть это будет это, да, то есть, а здесь раз, два, три, четыре контракты. Ну, давай я все-таки склоняюсь к тому, чтобы половить апгрейды. Я склоняюсь к тому, чтобы половить просто 10% апгрейды. Ну и что? Давай колония. Ну вот давай. Давайте просто половим 10% апгрейды. Просто. То есть посмотрим. Скинчиков, в принципе,
Не так и мало, да, что еще так? Вот, и у нас есть еще раз, два, три, 8 скинов для того, чтобы поймать 10% апгрейд. Ну вот и посмотрим, как это может быть. Вот и посмотрим. Ух, тут столечко. Вот столечко прям. А, так, 50. Сколько? 51, 48, 40. Вот, за 44. Шелкунчика давай еще. Шиптунчик. Есть. Круто. Шиптунчик есть. Есть. Ну, оставшиеся давай попробуем. Давай попробуем оставшиеся. Или что? Или просто, может быть, оставшимися контрактнуть оставшимися там, да? Блять, ну давай контрактнем-то тогда. То есть 252. А, ну и тебя 344. То есть, ну давай. Давай контрактнем. На 344 рубля мы закидываем. Ну, смотрим, что гайд будет или не будет. Но 86. Да, ребята. Есть! Сука, я наконец-то записал гайд, как превратить, как минус x4. Я наконец-то его смог записать. Ну, как записать? В общем, вот так вот делать ни в коем случае не надо. Какао, какао. О, тут даже какао дешманское очень выпало. То оно там под 40, по 50 рублей. А тут, наверное, прям закаленное в боях. Эти тоже по 10 рублей выпали, да, штуки? Так, вообще прям, да? Все. Ну ладно, шелкунчика сделали, и чё? Еще. И ничего, да? Галиль Ванда. Вот, тут вообще байт. Вот так и две в подряд, но естественно, что вот это выпадет. Да? Ну, главное, шелкуна сделали. Так, о чем мы там пишем? Ой, ёптать, 12 минут ролик ни о чем идет. Охренеть. Вот это я затянул. Затянул я ролик сегодня. Ролик ни о чем. А, ну тут как бы 3 либо 3. 3, 3 либо 3, да? На 43, да? Ну, как бы херня. Так, 66. Слушай, подожди, 66. Ну-ка, давай тогда 10 сразу откроем. Может, нам удастся хоть на один этот древний нафармить тогда. Черт его знает. Цифровая сетка и хер на руль 33. Тогда на 5 переходим. Не, ну та неделя на самом деле очень сладкая была в плане дропа, поэтому прям что вот именно сейчас вот так вот получается, ну как бы это все предсказуемо. Тем более столько скинов уже повывел. Миллион скинов повывел. И здесь крутить уже просто ужи на сковороде. О, блядь, он все еще дает мне шансы. Ужи на сковороде. Все. Ну все. Все, мы закончили. Доступные. Короче, итог. Ты и ты, да. Ну ты хоть заменишь, не заменишь, мне сердце в знаке не два. Ребята, в общем, вот такое получилось open case сегодня на изи дропе. Ну, в принципе, что-то выдал. Не так сочно, да, конечно, как та неделя сыпала. Ну, просто после той недели, если он еще что-то выдает, ну, это нормально. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, принимайте участие в розыгрышах, которые у меня проходят. Напоминаю, что сейчас идет воскресный розыгрыш. Завтра будет записан ролик с быстрым розыгрышем. В четверг там скинчик будет разыгрываться. Вот. А в субботу скинопад. В общем, всем удачи, всем пока.